Прокуратура против игорного бизнеса вынесен обвинительный приговор в отношении прежде судимого за аналогичные преступления гражданина Армении и 5 его подельников. По версии следствия, мужчины организовали и содержали игорный клуб по адресу улица Лежневская, 119 областного центра. За время деятельности клуба его владельцы получили более 600 тысяч рублей прибыли. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Организатору назначено лишение свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Управляющему залом игровых автоматов в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Остальным 4 исполнителям в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждому. Денежные средства, изъятые в ходе пресечения незаконной игорной деятельности, конфискован доход государства, а игровое оборудование в количестве 21 штуки направлено на уничтожение.